Я очень доволен, как ребята отработали игру сегодня. Все было правильно. Просто получается так, игра, когда там пару игроков не самой лучшей футбольной форме на данный момент, в этом днем, так там было хороших подходов через, особенно начало игры, из обороны в атаку, при организации атаки, тоже при отборе мяча, при контратаках. Был один острый момент, когда мяч попал в штанглу после удара Смолова и тоже там один Рифата. Но мне кажется, что было достаточно так острых ситуаций, так сказать, когда просто технически не получилось сегодня. Но так бывает, не можно каждый раз, чтобы все игроки были в самой лучшей форме на этой игре. Так, но я доволен, ребята молодцы, били в меньшинстве, забрали очко. С другой стороны, не можно пускать там Марсею очень много пространства, у них очень быстрые игроки, особенно на фланге. Так мне кажется, что отработали игру прилично хорошо. Во втором тайме после забитого гола команда, несмотря на то, что осталась в десятером, в меньшинстве, все-таки прибавила и показала, что даже с такой командой, как Марсель, можно играть на равных. И большими силами переходила уже на ту половину поля, да, и забила гол. Что команде помешало играть так с самого начала, такое ощущение сложилось по первому тайму, что команде просто не хватило свежести, несмотря на то, что в чемпионате России матч был не таким выматывающим, да, с крыльями, и силы должны были быть. Чего команде не хватило в первом тайме, и откуда взялись тогда силы для того, чтобы вот так прибавить и забить гол? Я уже ответил на этот вопрос. Просто там было очень много. Это мне в голове только первых 7 минут, там два очень хороших бега Рифата справа, когда он практически бил один, но мяч, который передали ему, не был правильный, был короткий. Просто, как сказал, не можно, чтобы каждый мяч получился у нас, каждая передача. Но там есть одно дание, где мы далеко первый в русском чемпионате, далеко. Мне кажется, 8 или 9 голов забили во втором тайме. Из этих 4 или 5 или 6 может быть последних 15 минут. Так и сегодня получилось. Так это не вопрос физического состояния, это туда рядом со мной Баринов сидит, который провел сумасшедшую игру. Вообще и бег сегодня, и борьбу, это самый высокий уровень. Так, просто так, играли чуть больше закрыто в первом тайме. Если бы было еще технически чуть лучше, мы бы и там делали такие переходы, как в конце игры. Но просто не получилось, как сказал. Там есть игра, когда у Рифата все получается, у Феджи, у Камана, у Лисаковича. Так они решают игры нами. Есть и дни, когда и не получается все. Это все нормально, это все часть игры. И в принципе, в конце важен результат, он неплохой, так сказать. Не могу сказать, что довольны, мы хотели 3 очка. И мне очень нравится, я хочу повторить, это менталитет, который уже живет в нашей раздевалке, который мне очень нравится, очень-очень, я доволен с этим, что ребята так недовольны маленькими вещами. Мы об этом говорили перед игрой. С уважением каждой команды, если это Марсей или Лацио, или в прошлом году Бавария, или Атлетико, или Галатасарай, или Крила Советов, или Урал, нам все равно мы хотим побеждать каждую игру и довольны только с победой. Не получается всегда. Нормально в конце игры должны быть довольны меньшинство 35-40 минут. Забили гол Марсею и брали очко, но в принципе не так, чтобы праздновали ничего тут. Дмитрий, у меня к вам вопрос. Вот сейчас Марку похвалил, это такая очень серьезная похвала, да, от главного тренера. Он действительно считаем, что вы провели сумасшедший матч, и правильно Марк сказал, у кого-то получается, у кого-то не получается. У вас с сильными соперниками получается как-то лучше. То есть в чемпионате России что не матч, то карточка, да, а тут сегодня настолько предельно аккуратно и внимательно, и главное грамотно, и очень хорошо. Болельщики прям очень довольны вами, правда, я слышал, что говорили. Вам действительно с сильным соперником
легче играть? Или вы как-то так по-другому настраиваетесь? Добрый вечер. Я бы так не сказал, что сильные и слабые соперники. Я настраиваюсь на каждый матч. И был отрезок, который неприятным был именно для меня, в плане, что за 6 игр 2 удаления, 4 желтые карточки – это не лучшая моя игра, и я ожидал, что вы спросите про желтые карточки. Но как бы я работаю над этим и буду работать, чтобы такого больше не повторилось и не удаляться. Поэтому что сказать по сегодняшней игре, что не все так хорошо получалось, как мы планировали, но за самоотдачу, за команду никому нет претензий. Мы бились, верили до последнего, что мы можем сравнять. И дай бог, что это получилось, и мы заработали одно очко в меньшинстве. Это дорого стоит. Много у меня вопросов по персоналиям, но удивил тренер Марселя, сказав, что его команда имела подавляющее преимущество, и лишь чудо не позволило ему ввести 3 очка из Москвы. Как-то можете это прокомментировать? Это его мнение, что сказать. Все. Во-первых, я рад познакомиться с тобой. Ты всегда задавал мне хорошие, умные вопросы, чем один раз. Да, помню. Это мнение главного тренера Марселя, и он имеет право, слушай, мне кажется, что он хочет поддерживать свою команду, как я, что хочу поддерживать свою команду. Так, в принципе, не я, чем это последние секунды игры, когда Магеев, мне кажется, спасил гол. Я не видел так острых моментов у Марселя в этой игре. Да, были там удары и там ситуация около штрафного, пробка штрафном, так сказать, но ничего так стопроцентно. Самый острый момент был штангла Смолова в первом тайме, и это момент в конце тайма, когда их игрок побежал за спиной нам команды, но он не забрал хорошо мяч. И я могу сказать и так, если бы мы остали 11-11 и без пенальти, можно быть, получилось бы и другой результат в втором тайме. Согласен с вами полностью. Давайте тогда об игре поговорим. Удивила сегодня линия защиты. Давно не играли вместе. Вообще не помню, Магеев и Мурило в центре. А Эдвай ушел на правый фланг вместо Живоглядова. Как-то можете прокомментировать? Потому что Макеев уже как-то с Эдваем привычная была центральная линия обороны. А тут вдруг вы поменяли в матче с таким соперником. Я понятно спросил? Или... Да, правильно. Да. Правильно все, но... У меня вообще доверие к Магееву в этом сезоне на позиции центрального защитника. Надеюсь, что он будет принимать правильно эти слова и продолжать с хорошими играми. Тоже Мурильо хороший центральный защитник, Едвай тоже, Павло, не надо забивать ни Павла. У нас есть возможность выбирать за каждую игру это, что нужно. Только разница, что я всегда говорю о командной игре, а не о игре одной линии команды. Если бы мы этих 4 пустили на широко, там сами оборонаци, не уверен, что бы справились. Не они, поэтому что их нет качества, но просто так не бывает в футболе. Там была линия перед им, было 3 нападающие, которые очень много работали сегодня, было 3 опорника, которые очень много работали. Так и линия обороны получается легче играть, когда команда играет компактно, вместе, без... дистанция между линиями и просто без пространства, так и они могут показывать своих лучших качеств. Это все связано, футбол, командная игра. И еще вопросы? Ну тогда пойдем по линиям, Марко. Мне показалось, что Даниила Куликова вы рановато заменили, или... Там на 55-й минуте, редко обычно вы это делаете, вышел Мрадишев. Я не понимаю это слово. Как сказал? Рано. Угу. Я делаю замены, как мне кажется, на пользу команды. Угу. Могу ошибаться, нормально. Каждый тренер, угу. Когда получается,
последние игры пришли Лис и Камано и сразу забили гол, и потом и ассистенция, и все, и как умный тренер. Это легко говорить после игры, а есть и замены, которые не получаются вообще. Это никогда не знаешь, но идея нормально есть. Данный наш игрок тоже важный для нас, и наш воспитанник, и у меня есть доверие к нему. А если мне кажется, что надо менять, я буду менять. Дим, вообще в российском чемпионате сколько матчей против таких команд вот вы можете выделить? В принципе же тут интенсивность совершенно другая была, чем в чемпионате России, что душой кривить. Сколько матчей мы бы выделили? Ну да, за сезон. Ну сколько я играл в Еврокуб, сколько и было матчей. Нет, я имею в виду в России, в чемпионате России, такие матчи, сколько их можно посчитать? Все от соперника зависит, понимаете, когда атакуешь или когда обороняешься. Ну, вы сами знаете, что 5-7 команд у нас в чемпионате оборонительный футбол. Вот слева сегодня Наэрти Князян играл. Почему выбор именно на него пал? Ведь есть еще, когда Мацея Рыбуса нет, Александр Сильянов и Максим Петров, которые могли бы. Почему вы именно его поставили сегодня? Ну, Петров точно нет, он нападающий игрок. А Силья точно да, но Силья отработал одну тренировку с нами после травмы. Точно одну. Вчера тренировал первый раз, первый раз командой, но я это могу брать на себя. Как ошибку, что не менял раньше, потому что было видно, что его игра стала другая после желтой карточки. И все равно нормально мы говорили, и в первом тайме там он играл рядом со скамейкой, а потом и в раздевалке на тайм, что надо быть внимательней. Но это нелегко против так быстрых игроков, которые играют на фланге. И это момент с пенальти и с красным карточком я беру на себя, что можно быть раньше не поменял и не поставил Сильянова на поле. Дмитрий, ну и к вам еще один вопрос. Поделитесь секретами из раздевалки, такой инсайт. Наверняка настроение было неплохое, да, после матча, потому что все-таки 1-1 могли бы и проиграть, да? Но тем не менее, вот 1-1, ничья. Анжелин забил этот гол, дебютный за «Локомотив» в очень важном матче. Как-то его особо поздравляли? Что-то было в раздевалке вот именно с Анжелином? Или просто все как-то, ну, привычно, забил и забил? Ну, поздравляем мы друг друга, когда есть хороший результат, мы друг другу бьем пятаки, так можно сказать. А его лично, ну, поздравили, все подошли, поблагодарили, сказали спасибо. Молодец, вышел, забил, это то, что он должен делать, и сегодня он это сделал и показал. А так, чтобы прям подходить и что-то говорить, не знаю, может, кто-то сделал, но я просто сказал спасибо, молодец.